Экспозиция «Мир инструментов» развернулась в Тюмени. Там представлены современные приспособления, столь необходимые в жизни. Клей производства Германии за одну минуту намертво скрепляет детали из любого материала. Пригодится, например, рыбакам, если резиновая или ПВХ-лодка вдруг даст течь. А такой секатор – просто находка для дачников. Без особого труда справится даже с толстой веткой. Легкость за счет трапового механизма получается. Есть два вопроса при работе с деревом. Первое – это трудно работать, и второе – грубый срез получается. Вот наш секатор позволяет решить эти два вопроса. Легкость за счет храпового механизма, гладкость среза за счет тефлонового покрытия, которое вот здесь. В экспозиции представлены и другие приспособления. Точилка для ножей. Достаточно 3-4 движений. Даже самый тупой нож становится как лезвие бритвы. Такая точилка прослужит больше 10 лет. Или универсальный стеклорез. После работы по керамической плитке он легко сможет разрезать стекло. Экспозиция «Мир инструментов» будет открыта с 15 по 19 июня в выставочном зале на Севастопольской.